When I was 4, I went to the store with my mom. В местный магазин в Беларуси, который очень похож на американский Target. Там продавалось все, начиная от еды, заканчивая одеждой, книгами, игрушками для детей. Вот, я не помню конкретно для чего мы, что мы пошли покупать, но в какой-то момент я увидела, что продавались Барби на полках. И мне очень захотелось Барби, хотя в то время у меня уже была одна Барби, даже домик для нее был. Но я почему-то решила взять не целую Барби, а взяла и оторвала у нее ногу. И шла с этой ногой в руке по магазину. И когда уже мама оплатила все покупки на кассе, мы вышли, меня нигде ничего не запикало. И мама такая смотрит и говорит: «О боже, что это у тебя? Зачем тебе нога от куклы?» The end.